Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Таиланд. Этим утром он провел переговоры со своим коллегой Доном Прамудвинай. По итогам встречи Лавров заявил, что Москва заинтересована в широком сотрудничестве со своим старейшим партнером в Юго-Восточной Азии. Среди обсуждаемых тем были вопросы взаимодействия в торгово-экономической и военно-технической сферах, кибербезопасность и туризм, а также ключевые международные и региональные проблемы. Дипломаты обсудили и ситуацию вокруг КНДР. По международным и региональным делам констатировали близость или совпадение подходов по ключевым проблемам, которые стоят на повестке дня мирового сообщества. И Россия, и Таиланд поддерживают центральную роль Организации Объединенных Наций в урегулировании глобальных проблем, поддерживают мирные пути урегулирования конфликтов и кризисов на основе устава Организации Объединенных Наций.